Что такое стоимость риска отказа? Это вероятность риска, ну, давайте посмотрим. Есть бак какой-то, да, у него есть корпус, узел, да, у всех баков есть корпуса, в нем есть трещина. Соответственно, если этот бак, в котором находится какая-то жидкость, раскроется, да, последствия этой трещины в этом баке, с учетом того, что там налито, оно будет, это, значит, промбезопасность, допустим, да, экология, ну и стоимость простоя из-за этого бака и потери производства. Риск отказа – это вероятность этого события, умноженная на последствия. То есть видите, что здесь последствия отказа что-то там 900 тысяч, а риск 8 тысяч. Это означает, что раскрытие трещины в баке в этом году, ну что-то там 1%, да? А риск – это последствия, умноженные на вероятность этого события. Суммируя риски отказа, вы получаете общую, ну, карту рисков и сравниваете ее, ну, собственно, со стоимостью ремонта ППР, да, допустим, и говорите, что стоимость риска у вас выше, чем ППР ваш. Поэтому ППР я делать буду, да, потому что риски, они там снижаются именно ППРами.